В Нижегородской области продолжаются работы по благоустройству территории в рамках программы формирования комфортной городской среды. Сразу несколько пространств благоустраиваются сейчас в Арзамасе. Площадь благоустройства составляет 8400 квадратных метров. На данный момент выполнены все работы по демонтажу, по прокладке внутренних подземных коммуникаций. Заканчиваются работы по подготовке основания для твердых покрытий. Мы надеемся, что общественное пространство станет таким местом для жителей села, где они смогут проводить свое свободное время, культурный досуг, что будут приходить сюда семьями, отдыхать и, наконец, оторвутся от телефонов, гаджетов и телевизоров. Во-первых, это красота. Во-вторых, это значит для детей игровые площадки, праздники, мероприятия городские проходят. Мне кажется, это все замечательно. Очень востребованные жители ждут ее с нетерпением. Каждый день приходит, делается быстрее. Нам, ребятишек, чтобы до осени тепло увидеть. Жители очень ждут. Очень много ребятишек дошкольного возраста, которые сюда приходят играть, так и школьного. Также здесь будут установлены силовые тренажеры, так и для взрослых. Будет жим для каждого возраста, для детей и для взрослых.